Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка только на сегодня. Встречайте, брюки точь-в-точь как кожаные. Ты знаешь, я в прошлом году как раз искала для себя кожаные брюки. Ну, во-первых, с размером у меня не срослось, не застегнулось. А во-вторых, кожаные брюки сейчас очень дорогие. Я хочу тебе сказать, что кожаных брюк моего любимого фиолетового цвета я нигде не могла найти. Я облазила все московские столичные бутики. И скажу вам честно, мои дорогие, этот цвет популярный в 2018 году, также является популярным и в новом сезоне 2019. И вот сегодня, на мое счастье, коллекция, обновленная коллекция от наших российских дизайнеров на телеканале Шопеншоу. И как, Оленька, мы можем сказать, начинается золотая осень. И мы начинаем ее с самых модных оттенков. Багряные оттенки, бордовый, золотой, фиолетовый, синий, черный и зеленый. Да, давайте сейчас вот покажем еще раз все 6 цветов, которые мы сегодня вам представляем по цене только сегодня 1499 рублей. Давай еще раз назовем. Синий цвет, синий. Оттенок баклажан, слива, классический черный, золотой. Оля, я вот сколько помню, мы предлагали кожаные брюки нашим телезрительницам, но золотого цвета у нас ни разу не было. Это бронзовый цвет при заказе, это, конечно, он выглядит как золотая осень. Далее. Красный цвет, бордовый, яркий цвет для тех, кто не боится быть яркими. Зеленый, насыщенный, глубокий. Сходство с изумрудом делает эту модель очень статусной. Но вот по поводу бордового цвета, кстати, для меня это малиновый цвет. У нас уже были представлены в коллекции оттенки бордо, но это все-таки ближе к красному. Красная малина. Итак, друзья, цена только сегодня. Это самое выгодное предложение дня. Скидка сегодняшнего дня 900 рублей. Такой скидки не будет больше никогда. Ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Брюки Ренаты не появятся на Шопеншоу. Сегодня успеете их заказать. Но если вы хотите сегодня обновить свой гардероб, вы можете это сделать. Как выбираем размер? Конечно же, соответствуя вашему российскому размеру. Какие объемы у вас по бедрам? Мне нравится, что брюки Рената я выбрала размер в размер. Если у вас 52-й, берите 52-й. Если у вас размер 62-й, вы можете смело заказать дистанционно 62. Идеальная посадка. Вот даже Танечка Бабурова, когда надела брюки Рената, так и сказала: Света, как они хорошо сидят. Да, слушай, брюки на самом деле сложно подобрать вообще в жизни, да, своего размера. Всегда подстраиваешься под фасон, под ткань, да, вот втягиваешь в себя живот, в конце концов. Вот здесь вот сразу надеваешь и понимаешь, что брюки созданы для тебя. Почему, Свет? Давай разбираться. Ну, во-первых, если ты начинаешь говорить о посадке, я хочу продолжить рассказ именно касаемо ткани. Смотри, Олечка, для того, чтобы наши женщины были спокойны, я показываю, на что способна ткань, ее эластичные способности. Характеристика ткани меня радует своей мягкостью. И потом, чем мягче и эластичнее ткань, тем лучше она подстроится под нюансы женской фигуры. И еще один момент. Представляя сегодня экологически чистый материал, эко-кожу, дизайнеры уделяют внимание именно внутренней стороне. Здесь мы видим вискозу. Вискоза хороша, и ты даже вот сейчас, находясь в вискозном платье, чувствуешь, как тело дышит. Я вискозу очень люблю. В нем действительно, в этом материале можно расслабиться полноценно. Слушай, на самом деле это здорово, что это не кожаные брюки. Вспомни, я тебе рассказывала про куртку мою кожаную. 2 года турецкая, хорошая, кожаная, настоящая куртка. Так 2 года прошло, она у меня стала протираться в локтях, в некоторых местах. Слушай, ну это же ужасно, то есть непрактично. Конечно, если учитывать, что у нас сегодня представлены такие богатые расцветки, 6 расцветок, то это понятно, что эко-кожа прокрашена. Так вот именно, если бы это была натуральная кожа, краски вытираются со временем. И мне очень радостно, что сегодня мы видим с вами 100% качество. Вот сейчас, натягивая изделие, посмотрите. Не треснете? Нет, мы как раз проверяем эластичность материала и шов. Обращаем ваше внимание на то, что здесь мы видим идеальное соединение брючин. Это метод наслоения, когда одну ткань мы наслаиваем на другую, и получается еще в 2 раза больше защита. Прекрасно! Защищаемся этой осенью, приобретаем долгожданные, желанные, по-моему, в каждом гардеробе кожаные брюки, которые сегодня у нас представлены до 62.
второго размера. Для того, чтобы сделать свой заказ, нужно просто набрать номер телефона. Звонок я вам гарантирую бесплатный по всей территории Российской Федерации. Оплачивать ничего сейчас не нужно. Вы производите оплату по факту получения на вашей ближайшей почте. Итак, сегодняшняя экономия 900 рублей. Цена только сегодня 1499 рублей. Ни в одном магазине вы даже эко-кожу не найдете по такой выгодной цене. Успеете купить прямо сейчас? Мне очень нравится, что модель кожаный брюк невероятно стройнит. Обратите внимание на ваши подтянутые формы. Иногда для того, чтобы поднять свои мышцы и для того, чтобы утянуть свои бедра, нам приходится надевать корректирующие шорты. Здесь мы надеваем брюки Рената. Мы видим с вами, что эластичные свойства ткани помогают не только посадить изделия по вашим формам, но еще и выглядеть безупречно. Колени не вытягиваются, формы подтянуты, и женщина всегда чувствует себя намного увереннее. Обратите внимание на то, как будете выглядеть вы сегодня. Итак, если вы выбираете для себя праздничный ансамбль, вы можете выбрать стильный жакет, как у меня. Если вы выбираете брюки для прогулки, а сейчас начинается время дождей, и ваша одежда должна всегда вас защищать от промозглой осени, вы надеваете стильный джемпер, жилетку и наши брюки Рената. Все появится в модной программе. На Екатерине вы видите в повседневном ансамбле, например, темно-синие брюки Рената и тунику. Как называется туника? Беатрисия. Беатрисия. Угу. Слушай, я напомню, что сегодня у нас фикс-прайс-день. Это говорит о том, что каждое предложение, все по фиксированной цене. 1499 рублей. Сегодня эта стоимость присуждается каждому исполнению. Если вы хотите сэкономить также на бесплатные доставки, возьмите 4 вещи по 1499 рублей и получите ее. Сегодня бесплатная доставка в любые регионы от 4 990 рублей. Слушай, ну все-таки смотри, осень у меня ассоциируется с дождями. Знаешь, когда надеваешь брюки, ну неважно что, вот идешь и лужи, если, знаешь, все время мокнут ножки вот здесь вот, да? Хоп-хоп. Да, для этого, Оленька, я взяла в руки воду и специально показываю. Посмотрите, что случается с нашей моделью брюк, когда мы попадаем с вами под дождь. Или, например, попала грязь, и она впивается в вашу ткань. Не каждая химчистка может справиться с устранением пятен. Другое дело, держи, когда мы видим с вами эко-кожу, мы берем с вами просто влажную или сухую салфетку и протираем место загрязнения. Посмотрите, ваши брюки совершенно сухие, пятна не остаются на поверхности экоматериалов. Великолепно, то есть выйдем сухими из воды. Природные условия, осень начинается, соответственно, дожди начинаются, а мы с вами будем сухие, то есть это не только стильное, модное предложение, оно еще и нас будет беречь. Как стирать, скажи, пожалуйста. Стираем дома, вывернув на изнаночную сторону, температура воды 30 градусов и добавляем порошок для цветного белья. Цена только сегодня. Успеете сделать свой заказ? Кожаные брюки меньше 1500.